добрейшего дня. Продолжаем снимать репортаж про Заринский. Еще одна такая вот остановочка. Здесь у нас пешеходная дорожка. Здесь речка делает такую вот излучину. А вот это вот мостик. Очень такой красивый, деревянный. Вот. А почему я, собственно говоря, остановился? Обратите внимание, ни одна досочка не оторвана. Ни одной надписи нету. Несмотря на то, что некрашенная древесина в очень хорошем состоянии. То есть никаких следов вандализма. И давайте сравним с такими же парками в России. Даже в той же Москве, если неохраняемый парк и ставится вот такой вот мостик, буквально там через пару месяцев уже все будет исписано, доски поотрывают, ну и в общем крышки его дестрой. Вот, оставайтесь с нами и узнаете много всего интересного.